Та-т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 а. И Слудзу, и я. Сойте. Спасибо. С праздником. Спасибо вам. Держите. Каждый год мы проводим акцию. Поздравь наших елгавских красавиц с 8 марта. Лабден, здравствуйте. Здравствуйте, Андрей, очень приятно. Ну да, пожалуйста. Живую вас. Держите визиточку тоже. Спасибо, спасибо, дорогой. С праздником, с праздником. Спасибо. Пожалуйста, с праздником. Праздника. Лабден, здравствуйте. Лудзу. Здравствуйте, это, спасибо. Наверное, Андрюша. Это, наверное, Андрюша, да. Спасибо. Абсолютсоюз. Взял он свою визит-карту, я до Шори. Я Лудзу. Лабден. Да, поздравляю. Здравствуйте. Лудзу. Лудзу. Здравствуйте, пожалуйста. Спасибо. Ничего. Всех с праздником. Лабден. Здравствуйте. Абсолютам. Шори. Это твой нос? Да, на скрине от Лудзу. И подумала, почему 8 марта, он не государственный праздник? Хотя мы все отмечаем, поздравляем, и по сути 8 марта это период, когда женщины начали бороться за свои права. И этому празднику более 100 лет. И он не на официальном уровне. И мне это странно. Потому что в этот день мы все равно все поздравляем женщин, мы не работаем, мы, ну, по сути, поздравляем всех своих красавиц. И для меня 8 марта – это, в первую очередь, конечно же, ассоциация. Первым человеком, который приходит на ум – это твоя мама. Потому что мама – это все то самое прекрасное, это доброта, это ласка. И, по сути, все женщины – это доброта, ласка, уют. Это тепло. Поэтому мы просто обязаны напоминать себе, что... Лабден, здравствуйте. Абсолютно мьюз. Слудзу. Мы обязаны просто напоминать порой себе, что женщина – это все. Лабден, здравствуйте. Абсолютно. Лабден. Абсолютно мьюз. Лабден, здравствуйте. Пожалуйста. Да, пожалуйста, с праздником. Абсолютно. Шудин светки. Но в этом году я хочу не только здесь, в центре, а еще объехать районы, если, конечно, цветы у нас останутся. Лабден, здравствуйте. Абсолютно. На русский язык очень странно реагирует порой. Но у нас всегда билингвальное поздравление. Мы от этого не отказываемся никогда. Для нас все равны. Привет, хорошо. Воспитательница, да, передайте от меня тоже. Да, все, счастливо. Лабден, здравствуйте. Лудзу, абсолютно. Здравствуйте. Я, светка, светка.